Ну и в общем, ребят, опять же, всем привет. Я решил в честь 325 подписчиков устроить такой вот пчелиный бой. Да, будем мы собирать мед, только нам надо сейчас еще пузырек достать. Ракеты я не специально взял, сейчас мы будем также запускать салюты. Так, пузырек. Также, возможно, сегодня будет стрим в честь, в честь этого. В общем, я напишу, если что. Итак, в общем, да, давайте, пчелки, собирать мед. Давайте сейчас наполним их вообще до хрена. Ребят, смотрите, тут много пчелок. Пчелки, давайте собирать мед. Пчелки, привет. Пчелки. Вон уже були все селятся. Ой, извините, пчелки. Я вас случайно ударил. Смотрите, сколько пчел, ребят. Офигеть, да? Вот. Ну давайте, давайте. Юху, 325 подписчиков. Охренеть, охренеть. Просто огромное число. Давайте выпускаем фейерверки. Во, какие, как взрываются-то. Вот еще вверх запустим. Давай, давай, давай. Давайте, пчелки, собирайте белого. Вот я сейчас, я жрать не хочу. Ой, я за... Блин. Слушай, я... Если... Вы слышите что-то, то извини, это не я, ничего страшного. Если у меня какой-то голос странный, то простите, я просто только что хавал. Вот. Давайте, пчелки, залезайте в улей, давайте собирайте мед, а мы пока фейерверки. Вы пока мед собираете, а мы фейерверк запустим. Давайте, давайте. Кстати, я еще заметил, что в последних версиях Майнкрафта можно играть с перевернутым экраном. Правда, сейчас у меня это не сработало, но я только что видел. Возможно, это какой-то просто сбой, не знаю, но все же у меня получилось. Даже я поиграл немного. Инвентарь отображал... Все кнопки отображались вот тут вот, а инвентарь отображался вот тут вот вверху. Вот, и так можно было, в принципе, играть. Так, ну что вы там, мед собирайте, давайте... Мой пузырек уже готов к сбору. Давайте, пчелки. Пчелки, да куда вы улетели? А как же мед? Пчелка. О, здорово, пчелка. Пчелка, можно е... Они цветы. А, они же цветы ищут. Окей. Сейчас им будут цветы тюльпаны. Тюльпаны. Вот вам цветочки. Так, ну давайте, едь. Я просто везде буду цветы оставлять, тупо везде, чтобы к ним приманить внимание. Вот, 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 вот. Давай. Вот, давайте, собирайте. Кормить. Да, покушай, и ты покушай. Ой, извини, извини, пчелка. Да, и ты покушай. Опа, у них родился пчелю. Ребят, это пчеленок. Господи, какие же они милые тут все-таки создания. Я вообще пчел боюсь. Потому что они легко могут ужалить. Ну давайте, производите там мед, залезайте в свои соты. Цветочек. Давай. Все, все пчелы слетаются мед делать. Да, вот сейчас мы наконец-то возьмем хоть чуть-чуть меда. Я, конечно, плохо помню, как его собирать. О, кто-то мед сделал. Кто мед сделал, ребят? Где-то тут, значит, мед уже готов. О. Опыт получаем. Так. А, нет, мед сейчас собирается. Кто-то сейчас мед собирает. Так. У меня тут только ночь. У меня на улице, в принципе, туча, поэтому я сейчас поснимать вполне могу. Вот, у меня тут сейчас вообще... Я на улице точнее снимаю, просто на... У меня частный дом, как вы знаете, я сейчас на заднем дворе сижу. О. Кажется, кто-то мед собрал. Или нет, нет. Блин, о, так они туда забрались.
Так. Во. Что-то они мед готовят, но никак приготовить не могут. Наверное, приготовление меда это очень долгий процесс, я не знаю. Только вот как они его получают, только вот как он готовится, я не знаю. Пчелка, хочешь нам... Хочешь тюльпана? Вот, кликер, типа. Пчела-кликер, ребята. Не обожрёшься хоть пчела. Её, как я понял, до бесконечности можно кормить, да? Ну давайте, ребята, где мед? Где медок, 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 медок? Мой пузырек уже готов. Давай, давай. Чё там ночью не можете? Ладно, ребят, в общем, пчелы что-то решили не давать нам мед. Всем пока.